провели эксперимент для компании из Краснодарского края. Предприятие занимается переработкой кукурузы, а также производством кормов и кормовых добавок для крупного рогатого скота. Часть продаж полученного корма приходится на экспорт. Тестовый запуск экструдера провели на смеси из отрубей, кукурузной мучки, кукурузного экстракта и отходов сепарации кукурузы. Раньше отходы сепарации просто утилизировали, сейчас их в смеси с другими компонентами гранулируют. Введение дополнительного участка, участка экструдирования, дает возможность компании из этого же сырья получить еще более полезный продукт – питательный экструдированный корм. Его применение позволяет увеличить ежедневный привес скота и повысить ежедневные надои молока. Рассматриваем возможность приобретения такого оборудования под производство новых кормов экструдированных, то что еще как бы не особо у нас распространено в стране. Достойная машина. Посмотрим на конечный результат. Ну, персонал замечательный, очень все понимающие, отзывчивые. Нормально отнеслись к нашим, так сказать, капризам. Образцы экструдата заказчик забрал с собой для проведения анализа. Ждем протокол испытаний и не сомневаемся в отличных показателях. Хотите первыми узнать результаты? Следите за нашими новостями!